вот шанс. Ну-ка, Бобков. Ну, там был острый угол, но атака продолжается. Бросок 2-1. Йокерит одну отыгрывает. Это Мика Лехтонен. Шмелев вернулся, оказался на месте защиты. И вот момент. 3-2. Все-таки забили. Отсрочили просто свой успех джокеры. Должны были раньше, конечно, использовать такое преимущество в соотношении игроков. 3-1. Да и по мысли правильный пас. Но, может быть, кто-то скажет лишний. Пятое большинство Йокерита. И четвертая шайба вылетает в ворота Евгения Аликина. Лехтонен оформляет дубль. Еще один классный кистевой. И очередной раз мы видим, что не обязательно нужно сильно бросать. Бросок, передача, и вот сравнивает счет. Йокерит